Интернет-проект «Строки войны», приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Нижегородской области. Принять участие в проекте может любой нижегородец. Для этого необходимо записать на видео свое любимое стихотворение на военную тематику на фоне мемориального комплекса или вечного огня и выложить ролик в социальных сетях с хэштегами, которые вы видите сейчас на экране. Напомним, акция проходит на территории Нижегородской области с 2016 года. За это время в ней приняли участие десятки тысяч человек. Проект реализуется при поддержке Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» и Центра стандартизации и метрологии «Росстандарта» в Нижегородской области. «Строки войны» – душевный способ сказать спасибо ветеранам и вспомнить тех, кто защитил нашу Родину.